Видео для тех, кто не верит, что на подъемнике можно услышать коробку. Помните, я раскатывал машину на подъемнике и вот так вот слушал, рукой трогал, у меня была вибрация и гул. Вы писали, кто на подъемнике слушает коробки? А где их еще слушают? Подшипник вторичного вала. Смотрите обойму, смотрите. Обойма в раковинах. Теперь верхний подшипник. Обойма вся в раковинах. Выкрашивание. Не будет гудеть? Обойма дифференциала. Посмотрите, посмотрите. Пошло выкрашивание. Пипец. Все. Будет гул. Будет вибрация. Ну и все в таком же духе. А сейчас послушайте, как она будет работать перебранная. Итак, машина готова. Идем под нее и слушаем. Кайф, только такой легкий-легкий свист. Будьте внимательны и не попадайте на разводы автосервис. Поэтому, друзья, если вам сушит коробку не на подъемнике, не ведитесь на этот развод. Да, и ради интереса кто-нибудь попробуйте стетоскопом коробку послушать. Вы охренеете от звука.